Сотовый телефон. Это мобильный телефон, предназначенный для работы в сетях сотовой связи. Использует приемы передатчик радиодиапазона и традиционную телефонную коммутацию для осуществления телефонной связи на территории зоны покрытия сотовой сети. Вы на канале «Это интересно». И сегодня я расскажу вам про историю мобильного телефона. Мы начинаем. Сотовый телефон. Это сложное высокотехнологичное электронное устройство, которое включает в себя специализированный контроллер управления, дисплей, интерфейсное устройство, аккумулятор. А сейчас я расскажу вам про историю телефона. В 1910 году американский журналист Роберт Слосс предсказал появление мобильного телефона и описал последствия его появления. В 1947 году исследовательская лаборатория Bell Laboratories выступила с предложением создать мобильный телефон. В 1957 году Куприянович из СССР создал экспериментальный образец мобильного телефона LK1 весом в 3 кг. В 1966 году Болгария представила на выставке Интерорг-Техника-66 промышленный образец прообраза микросотовых сетей. В 1973 году был выпущен первый прототип портативного сотового телефона Motorola DynaTAC. В 1984 году в продаже появилась итоговая модель DynaTAC 8000X. В 1989 году был выпущен сотовый телефон Motorola MicroTAC с флипом. Микрофон его размещался в этой откидывающейся крышке. 9 сентября 1991 года в СССР появился первый оператор сотовой связи ЗАО «Дельта Телеком». В 1993 году произведен первый сотовый телефон со встроенными часами Benefone Beta. В 1994 году МТС начала коммерческую деятельность в московской лицензионной зоне. В 1996 году начато производство Siemens S10, первого телефона с цветным дисплеем и диктофоном. В 1996 году появился первый коммуникатор Nokia Communicator, включающий в себя широкий спектр функций, среди которых факс и электронная почта. В 1997 году выпущен сотовый телефон Philips Spark, способный работать до 350 часов без подзарядки. В 1998 году выпущен первый мобильный телефон с сенсорным дисплеем Sharp PMC-1 смартфон. 2000 год. Первый сотовый телефон с MP3-плеером и поддержкой карт памяти мультимедиа-карт Siemens SL45. В 2002 году компания Ericsson выпустила первый мобильный телефон с поддержкой технологии Bluetooth. В 2003 году в России насчитывалось свыше 30 миллионов сотовых абонентов. 2007 год. Анонсирован Apple iPhone. В 2009 году в продажу поступил телефон с камерой 12,1 мегапикселя Samsung Pixel 12 M89-10. В 2009 году анонсирован первый смартфон с беспроводной зарядкой Palm Pre. На август 2010 года в России насчитывалось свыше 216 миллионов сотовых абонентов. В 2012 году появился телефон с камерой 41 мегапиксель Nokia 808 Pure Wife. В 2014 году выпущен iPhone 6 и 6 Plus. Впервые в нем использовались NFC-чипы. 2015 год. Выпущен Samsung Galaxy S6 Edge. В 2016 году выпущен изгибающийся телефон от фирмы LG Flex 3. В 2017 году выпущен Sony Xperia Z7. В нем возможна функция видеозаписи в 3D формате. Вы были на канале «Это интересно». Не забывайте, что совсем скоро выйдет 4-я часть интересных фактов. До скорых встреч!